Вот такое вот утро на реке. Минус 4 или минус 5 градусов. Примерно конец октября. Сегодня я с утра. Несколько поклевок. Пару воблеров оторвал. Один сход у берега. И одну щуку вытащил. В общем-то, местечко достаточно знакомое. Кто узнал, тот узнал. Сразу, что ли? Просто поклевка выше поводка и все. Сразу на падение хам. И крэк-джека нет. И уже минус второй воблер сегодня. Первый просто оторвал где-то под берегом. А второй, что просто срез. Ёлки-палки. Вот это да. Так, рыба что ли? Слушайте, да? Рыба? Просто прилипла вообще непонятно как. Ух ты! Опа, опа! Вот это да! А вот это уже было неплохо. До самого берега, что ли, шел. Или кто там, щука или судак. Так, ну ладно, ладно. Как минимум уже эта поклевка с предыдущий исход уже стоил двух оторванных воблеров. Тот самый слаг, который на прошлой рыбалке, в принципе, на удивление неплохо ловил щук. Давай попробую точно так же, как в прошлый раз. Равномерка с небольшими такими подтвичиваниями, подергиваниями. Дополнительно задать игру хвостику. Посмотрим, возымеет ли на этой точке какой-то эффект. Такая подача. Так, и есть поклевка на слаг, друзья, с этими самыми подтвичиваниями. Так, я бы посмотреть, кто это, щука, судак, судак, щука. Давай сюда. Не вижу, не вижу, кто. Пока не вижу. Щука. Понятно, видимо, вот она у меня сегодня как раз. И воблер откусила, да? И потом пара сходов была. И прям бешеная. Вот такие вот слаги от Джонни Фиш. Да? Так, да что такое? Давай, иди сюда. Где это? Щука-то небольшая. От дури в ней и злости. Ой, еще и поводок намотала на морду. Ну, вообще. Все 33 несчастья, да? Получается. Эй. Флага-то отдай. Вот такая вот щучка. Открывает сегодняшний день. Я, ладно. Давай. Дольше с ней мучиться буду. Ёлки-палки. Слаг не получилось из щуки достать. Значит, вот что она сделала с поводком. Загнула его просто вон в поросячий хвостик. Давай его вот как-то вот так вот покажем. Во.
крючок даже чуть-чуть подразогнуло. Ну и сейчас буду вот из 5 приманок осталось 3. 125 миллиметров. Те самые слагины, которые я ловил на прошлой рыбалке. Так, ну что, пока привязываю приманку. Начну со слага 125 миллиметров. Первый сход. Судачок был. Есть рыбка, друзья. Опа, ух ты. Вот и наслаг. На равномерной проводочке получился судачок. Так, давай, как мы его примем. Ну что, друзья, кто бы мог подумать, но зимой равномерная проводка тоже способна творить чудеса. Поставил слаг от Johnny Fish 125 миллиметров. И вот такой вот красавчик судак прямо из-под берега на равномерной проводочке с отыгрышами клюнул. Вот такая вот красота. Пробил за верхнюю челюсть, то бишь он четко сзади зашел. И все. Вот такой вот судачара. Давай его обратно, вот так вот, раз, все, и ушел. Ух ты, есть поклевочка. А, исход, ребята, сход. Поклевка была хорошая. Просто приманку вынул изо рта и слага порвал. Чуть ли не пополам по ходу дела, да? Проводить вот так вот максимально аккуратно, осторожно. Ну-ка давай попробую вот оттуда, с тех позиций, с дальних провести. Рыба, друзья, рыба. Есть. Ну-ка, иди-ка сюда. Так, и кто ты, кто ты? Головой мотает судачишка. Вот, и хорошо. И хорошо. Давай вот так вот. Опачки. Оперативно. Краном. Да, и слаг отлетел сразу. А судачок вот такой вот. Красивый снежный судачок попался. Ребята, поменьше, но тем не менее, это было прикольно. Вот такой вот шипасто-клыкастый дружок. Давай его тоже. Раз, и все. Красота.